мне отрезать такую шикарную бороду. Ух, Миша, как жалко. Отправьте меня с бородой, ребята, а? Не отсекайте, а? Ну, мало ли в Москве бородатка. Твоя бородища, милый, может все дело испортить. Нельзя, Кожевников, нельзя. Не можем мы доверить модель такому дикообразу. Ну, мало ли в Москве бородатых, а? Ну, вот Шмидт, например. Не хныть, Кожевников. Лучше запомни порядок включения контакта. Включай первые два, а затем четвертый. Комары. Но, Миша, не включай третьего контакта. Ошибешься, получится конфуз. Не ошибусь. Передашь, кому следует модель. Сговоришься о постройке и вернешься обратно. Ладно. А бороду, милый, не жалей. Борода она потом вырастет еще страшнее. Стойте! Не стригите его! Важное заявление! Вопрос к Кожевникову. Скажи, Миша, ты говорил Десятнику, что не вернешься из Москвы? Алеша! Говорил? Но меня заели комары. Вопросов больше не имеет. За 3000 километров от Москвы мы строим замечательную электростанцию. А инженер-гидролог, присланный осушить болото, бежит от нас. Его, видите ли, заели комары. Вопросов больше не имею. Ты не поедешь. Но моя борода. Ты не поедешь. А что? Уезжай хоть сейчас же. Но модели мы тебе не доверим. Алешку надо послать. Верно. А чтобы он не застрял там, поезжай с ним и ты, бабушка, комиссаром. Красота, Москву вижу. Ах, красота, какой бы ни шел стороной, я вижу родную столицу мою и слышу я голос родной. Московское солнце повсюду горит, повсюду лучи свои льет. Недаром в Испании город Мадрид московские песни поет. Любого из нас и учит работать и жить. И тот, кто в Москве побывает хоть раз, не может ее позабыть. В ней сила народа, в ней Сталин живет, и с ним наша радость светла. И всюду зовут нас вперед и вперед его боевые дела. Враг не мечтал о войне, о новом кровавом пути. По нашей столице, по нашей стране ему никогда не пройти. В каком бы я ни был далеком краю, какой бы ни шел стороной, я вижу родную столицу мою и слышу я голос родной.
надежная Москве. Вот. Спасибо. Как вас зовут? Алеша. Алеша Конопляникова. Здорово, Алеша. Стоя, Новикова. Едем с ребятами из отпуска. Из санатория. Очень приятно. Да, очень приятно. Но, очень приятно. Терять чайник. Будьте покойны. Ваш чайничек в надежных руках. Ой, Генрих, я погиб. Помогите поймать, товарищ. Не бывает. Это же электротехника. Химия, механика, физика. Мы еще с Алешкой живую модель Москвы сделаем. Да ну! Живую, а? Что ж, это тоже по-вашему чудо? Как? Живая модель Москвы? Живая? Да. Ребята, ну это же для нашей выставки. Бабушка! А где же ваш внук? Алеша! 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 Кажется, этот. Или наоборот, вот этот. А мне кажется, этот. Он отстал, бабушка! Он отстал от строя! Батюшки вы мои! Отстал! Чай! Зоин чай! Ваш чайничек в надежных руках. Зачем отстать? Из-за вас. Скажите, ваша модель для нашей выставки? Какая тут модель?
ты все охаешь, бабушка. Как тут не охнуть? Внучек отстал у меня от поезда. Где его искать буду? Чистое горе, а не профессия. Сегодня не изобразишь, завтра не увидишь. Или сломается к чертям, или что-нибудь обязательно выстроить. Вот тут и успей. Ну, вся Москва ходуном ходит. Ой, горе мое, горе. А вот и сестричкин дом. Батюшки! Ладно, снимаю с себя ответственность. Как хотите? Мне что? Пожалуйста, пожалуйста. Я не отвечаю. Чёрта лыса. Мы еще выясним. Мы поговорим, кто отвечает за пейзаж. Три копейки, не считая пуговиц. Если я вовремя не привезу Генриха, я пропала. У меня же дядя на Арбате, он нас научит поехать. Поросенков не пустит. Не пустит? Не пустит. А может, пустит? Не пустит, не пустит. Ребенком, мамаша. Он болен. У него свинка. Свинка. Ах, свинка. Так я же детский врач. Позвольте мне осмотреть пациента. Очаровательное личико. Но как болезнь исказила его черты. Ай-яй-яй. Нам выходить. Нам выходить. Выходить.
Это несомненная свинка. И при том удивительный, я бы даже сказал, безнадежной форме. Это изобретение гениально! Это техника! Да, техника. Найдем внука, строить будем день и ночь. Жить у меня будете, бабусь, только временно. Ох, женюсь. Женюсь, бабусь. Хороша ли девушка-то? Совершенство. Да вот, смотрите, бабусь, я ее в точности изобразил. Ну, а это я. Зоя! Да, Зоя. Вы ее знаете, да? Милый человек, вези меня к ней. Через нее и внука найдем. Да вы не волнуйтесь, бабусенька. Мы ее сегодня увидим на карнавале. Сегодня карнавальная ночь. Позвольте мне быть на карнавале вашим медведем. Да, но, к сожалению, медведь уже есть. А-а-а. Чай. Скорей, скорей. До свидания. Простите. До свидания. Увидимся? Обязательно. Чай. Выходи, Джоли! На этой скамеечке ни в коем случае никуда отсюда не уходить. А я найду Зою, приведу сюда, а там найдется и ваш внук. Москва крыляет любого из нас и учит работать и жить. И тот, кто в Москве побывает, как раз не может ее позабыть. Каком бы я ни был в далеком краю, какой бы ни шел стороной, я вижу родную столицу мою и слышу я голос родной. Или наденьте маску, или перейдите вон на ту аллею. Здесь аллея масок.
Я, гражданин, отсюда никуда не уйду. Хоть ты тут меня зарежь. Тогда наденьте маску. Помогите, доктор! Меня ослепила блондинка! Да угостить мороженым? А, пригласить танцевать? Передаю ей трубку, пусть сама скажет. А слушайте, эта блондинка последний раз танцевала при царе Александре III. Зоренька, я очень волнуюсь. Вы не обращайте внимания, Зоренька. Вы моя Джоконда. Зоренька, знаете, вот лучше этой нашей картины о материнстве я уже ничего не создам, потому что я очень люблю детей, я мечтаю о детях. Я, кажется, очень волнуюсь. Будьте моей женой, Зоя. Ты скажи. Это так? Женой, ну, родной, близкой, навеки. Навеки? Ой, это даже как-то странно, навеки. Федя, милый, это пройдет, пошли танцевать. Зоя, отвечайте, или я за себя не ручаюсь, Зоя. О, как страшно, пошли танцевать. Никуда я не пойду. Я вас ждал. Я все приготовил, Зоя. Алеша! Алеша! Это Алеша. Я рада. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь. Ну, знакомьтесь же. Ненавижу белых медведей. Ох, не люблю, когда возле одной девушки два белых медведя. Благодарю вас. Но вы ошибаетесь. Я не второй медведь. До свидания. Золотой мой, как я рад. И знаете что? Уходите. Уходите ко всем чертям, золотой мой. Как я рад. Обиделся. Обиделся. Обиделся и не уйдет. Обиделся и не уйдет. Что же, вы правы. Тогда я вам расскажу все как есть. Мы так похожи. Избавьте меня от одного медведя. А сколько их у вас? В том-то и дело, что два. Давайте вашу маску. Ой, чудно. Пошли. Нет, я не добро. Нет. Мешать не буду. А если сумею, то и помогу. Минуточку. Одну минуточку. А? Я. Молчите, молчу.
я с вами готов молчать всю жизнь. Эх, Зоя, Зоя. А теперь веселиться, веселиться и танцевать. Не могу молчать. Скажите, да, или я погибну. Ой, так быстро. Хорошо жить, правда, Алеша? Жить очень интересно, Зоя. Хорошо любить и быть любимой. Что же вы молчите? Не хочу поддаваться колдовству этой ночи. Простите, буду резок. Постороннему человеку не задаю таких вопросов. У вас есть свой медведь. Я вам его сейчас приведу. И поверьте, он будет рад ответить на ваши вопросы. Сейчас я приведу вашего медведя. Она говорила со мной. Значит, она его не любит. Но тогда слова о любви относятся ко мне. К черту белых медведей. Вот вы где, Зоенька. Что вы такая грустная, а? Пошли теперь танцевать. Вот, наконец, решение загадки. Вот я пожертвован кому. Все ясно. На этой свадьбе женихом мне не бывать. Не бывать. Не бывать. Распишемся, Зоенька, распишемся. Умерьте ваш пыл, не то вы меня задушите. Нет, в ЗАГС, Зоенька, в ЗАГС, да? Слушайте меня. Пока я вас не полюбила, запрещаю вам об этом говорить. Ну, Зоя... Никаких «но». Где ж их найдешь в таком садоме? У меня аж ноги отваливаются. Бабушка! Зоя, Драгданочка! А где мой Алеша? Да, Алеша! Нет, бабушка, нет. Алеша! Бабушка! Бабушка! Алешенька! А, бабушка! Бабушка! Здравствуй, бабушка! Дайте размеры павильона! Какие размеры? Заседает выставочный комитет, вот те самые размеры. Зал на 2000 мест. До свидания. Будьте здоровы. Бумажка.
Вы не спите уже третьи сутки. Хотите, я отвезу вас на машине к бабушке? А? Алеша. Алеша. Там Федя, а я не смел бы сейчас честно смотреть ему в глаза. Федя, Федя, а что вот Федя? Поедем. Больше сил душить это чувство. Зачем же его ну, товарищи, и остаться в Москве, об этом страшно подумать. И никогда в жизни я не соглашусь об этом и говорить. И никогда в жизни я не уеду из Москвы. И ждать-то просто глупо. И разговаривать об этом нечего. Все ясно. Но... Смотри мне честно в глаза. Ну? Федя, Федь, ну что, Федь, выкинь!
Значит, Алешка, в Москве останешься? Нет. Значит, она с тобой поедет? Нет. Значит, внучек, расстанетесь? Да. Ты окаянный-то я такой. Да на кой же ты ляд встрял-то между ними, а? Вот возьму жёстко ремень, да ремнем-то тебя. Послали надежного человека в Москву, а надежный человек взял да и влез в чужую жизнь. Нате-ка вам. Выходит, не зря меня комиссаром-то направляли. Ведь это же любовь, бабушка. Как ее спланируешь? Любовь, любовь. А ты посторонись, Алеша. Посторонись. Постараюсь, бабуся. Ну, то-то же. Куда? Куда? Остановите! Не двигайте мне дому! Я еще не успела изобразить. Мне нужно только 2 дня! А? Вы ответите! Ах так? А у меня уже почти готово. Сестричка! Месяц тебя разыскиваю. Батюшки, что там такое? Батюшки, куда же ты Москва-то уезжаешь? А ты куда же это наш город-то едешь? Батюшки! Куда? Башня! Барышня! Куда же это Москва-то едет? А? Не знаете? Может, это только твою комнату куда задвигают? Да как же это возможно? Вода льется, свет горит, телефон работает. Алешку-то опять потеряем. Слезай, сестрица, догоним. Да вещички-то надо взять. А ну, бери, бери, что тебе дороже тут всего. Ну вот, самоварчик-то возьмем. Бери, пожалуйста, бери, бери. Чего, старушки, шум поднимаете? Батюшка, куда же с Москвы-то уезжает? А куда? Это же наш дом двигают. Один, значит, туда, другой туда, а третий увезут в переулок. Да что ж это, мебель, что ли? Дома-то двигаете. Вот сегодня дом с места снимите. А завтра, пожалуй, всю улицу в Сокольнике увезете. И что вам не сидится? Только зря ведь старух пугаете. Только пугаете зря. Ну, здравствуй, сестра. Здравствуй. За внуком приехала, да с Алешей. Что ты? Делать. А что? Да ведь мы ждем вас с утра. Спокойно, товарищ, спокойно. Несу Петровку, несу площадь Пушкина. А вчера сдал юго-запад. Что вы, товарищ? А где Плющиха? Плющиха где? Вы должны были ее принести еще 3-го дня. Я уже... Даже так, Федя. Я уже который день прошу 2 помощников. Разорваться мне, что ли? Помощников просите у дирекции. Хорошо. Вы настоящий художник, Федя? Нет. Я неудачник. Я большой неудачник. В эту картину о материнстве я вложил всю душу. И Зоя не хочет позировать.
избегает меня. Здорово. Вы изумительный художник, Федя. Вы обязаны закончить эту картину. А? Помогите мне в этом, Алеш. Уговорите Зою. Хорошо. Это я вам обещаю, Федя. Но не только это. Алеш, не обижайтесь. Но вы главная помеха. Скажите, вы действительно уедете, когда кончите строить модель? Я действительно уеду из Москвы, Федя. Я вам не помеха. В руку, товарищ. Я клянусь, я напишу Джоконду. Товарищ. Тимофей, здравствуй, ну как живешь? Ничего, ничего. Ух, и похорошел ты, Тимофей. Да, похорошел. Да ты вся шутишь, Федя. А, Зоенька, здрасте. Никогда, слышите, никогда не буду вашей Джокондой. Прощайте. Что вы, Зоя? Это мое письмо. Ради шутки я положила его к вам в карман. Но теперь оно уже ни к чему. Зоя! Зоя! Хороший вы товарищ, поймите. Вы не можете ехать на стройку. Я не могу остаться в Москве. Бесчестно говорить о любви, если отношения не имеют будущего. А тут интересный художник. Пишет вам замечательную картину. Он горячо любит вас. Что? Вы, может быть, сочтете нужным восстановить мои отношения с Федей? Я даже обязан это сделать. Ах, вот как. Найдите мне Федю. Я назло вам влюблюсь в этого парня. Хорошо. Я найду Федю. А как можно влюбиться назло? Зоя, Зоя, Джоконда. Твой. Простите, у меня такое горе. Вряд ли я что соображаю. Послушайте, снимите же ботинки. Ах, ботинки. Ой, какой рассеянный. Очень добры. Вот я всегда прогоняю горе улыбкой. И знаете, от души и вам советую испытать это средство. Спасибо. Я завидую вашему мужу. Oh!
Я не могу уехать из Москвы, не поговорить с вами еще раз. Вы поедете со мной, я уговорю вас, украду, увезу силой. Вы с ума сошли. Сядьте! Я не могу уехать со знанием, что полюбил непатриотку. Что? Да. У нас глушь, комары, осенью грязь. Вам пришлось бы надеть болотные сапоги. Но вы поедете со мной, Зоя. Или вы лгали, говоря о любви. Не поеду. Не поеду. Мне нечего вам больше сказать. Зоя. Только попадись мне. Дим! Какая девушка? Какая девушка? Вот с кого писать счастливую мать. Какая женственность. Это вы? Я. Ах, это вы. Глаза выцарпаю, убью. Встречайте удар улыбкой, встречайте улыбкой. От души советую испытать это средство. Убить вас мало за вашу рассеянность. Что, больно? Больно. Ну, рассказывайте, какое там у вас еще горе? Оно не так уж и велико. Кстати, как вас зовут? Если кстати. Зовут Оля. Оля. Оля, если это возможно, не считайте меня сумасшедшим, но я напишу с вас вторую Джоконду. Пустите, вы сумасшедший! Нет, я не сумасшедший, я одержимый. Я напишу с вас счастливую мать. Нет, вы просто сумасшедший! Дайте мне болотные сапоги. Болотные? Да. Пожалуйста.
Дайте дамские болотные сапоги. Дамских болотных не держим. Заверните. Пожалуйста. Вы чудовище! Как вы смеете говорить о любви, когда вот-вот нагрянет дипломная комиссия? Это же не лирика, а кошмар. Уходите! Вы мне срываете защиту диплома. Уходите! Но я люблю вас, Оля! Я люблю вас, Оля. Выслушайте меня. Нет в жизни человека дороже вас. Тогда согласны? А, где вы его теперь найдете? Спокойно! Спокойно! Сдавайте ваш диплом! Я найду его! Где он? Не бывает к сердцу любимой девушки. Шедевры искусств, лунный пейзаж, поэзия, подвиг героя. А у меня же какой-то проклятый поросенок. Ясно, я неудачник. Thank you.
Простите. Видите, что здесь творится? Куда ж лезете? Простите, мы опаздываем. Я тоже опаздываю. Все мы опоздали. Простите. Ждать больше невозможно. С ним что-то случилось. Вы могли бы управлять этой моделью? Боязно как-то. Пожалуйста, пожалуйста. Товарищи, простите, произошла авария. Ой, модель движется назад. Ой, ну что это? Что же это? Москва возвращается назад. Ну остановите, остановите! О, монастырь! Делаете? Остановите! Остановите! Прекратите! Нашу Москву в город сказочной красоты.
Эту модель изобрела группа москвичей-инженеров с Выпинской новостройки. В далекой тайге мы, товарищи, по-прежнему любим нашу родную Москву и хотим хоть как-нибудь участвовать в ее грандиозной перестройке. В сердце и мысль молодых патриотов рвутся к нашей прекрасной столице. Но и стройку свою, товарищи, мы любим не меньше, чем любим Москву. Советскому человеку хорошо там, где он больше всего нужен нашей цветущей родине. Я люблю свое болото. Ведь мы превращаем его в прекраснейший город. И вдруг... Не уезжай, Алеша. Не уезжай. Ну, подумай только. Мы будем жить в Москве. В самом центре. Балкон. Газ. Хочешь, я тебе буду печь пироги с капустой? А, хочешь? Хочу пирогов с капустой. А еще я люблю ватрушки. И ватрушки, и пироги. Хочешь? Знаешь, я еще хочу купить хороший радиоприемник. Правильно. Кстати, объявление в вечерней Москве. Можешь нам купить, Зоя? Угу. Ой, письмо. Откуда это письмо? Читай. Ну, читай же. Локон. Блондинка. Зоя, завтра я уезжаю на стройку. Прости, в Москве не останусь. Нет,
Нет уж, не увижу я больше Москвы. Нет, не увижу ее. А так бы старой чертовкой и соскочила. Да на метро, да на троллейбус. Да так бы 20 лет по Арбату и прыгала. Комиссар. Чего ж, оставайся, бабуся. Честное слово, оставайся. Чего тебе ехать? Ой, Алешенька, кажется, слезу. Ай, держи, Алешенька. Скорей, баб. До свидания. До свидания. Прощай. Пиши, пиши. До свидания, бабушка. Старая чертовка, какой же из тебя комиссар? Срам один. Бабушка, Зойка, неужели с Алешкой едешь? Опоздала. Все кончено. Что сильно кончено-то? Чего разнюнилась-то? А самолет на что? Самолет. Ну да. Где же у вас болото? Эко хватились. Осушил я все болота. А комары? Есть у вас комары? Вывел. Вывел комаров. Здорово, ну-ну! Привет, Алёша! Привет! Нет, нет. Не может быть. Это было бы так просто. Есть у вас мука? Мука? Зачем мука? Клейстер! Живо клейстер! Мы приклеим. Я должна слечить. Позвольте, но я же не хочу клеить бороду. Неужели вы не понимаете, как это важно? Здорово, друг! Здорово! Алексей, поздравляю! Чего меня поздравлять? Изобретал не я один. Премии от наркома везу всему товариществу. Здорово вы, черти, понастроили. А ты думал? Ты думал, мы все комаров здесь гоняем, да? А помнишь? Да-да-да. Нет, нет. Кажется, вы не обманываете. Значит, я сама ее выдумала. Ой, дурная же я. Простите за глупость. Влюбленные всегда немножко глупее. Иначе, если бы не этот твой роскошный веник. Оторвал. И эту оторвал. Доктора. Важное заявление. Вопрос к Алёшке. Что ты сейчас хочешь, Алёша? Хочу, чтобы строили мы красиво, как строят Москву. Есть! Что хочешь еще? А еще я хочу пирогов с капустой. Есть! А еще? А еще я люблю ватрушки. Есть ватрушки! А еще что хочешь, Алеша? Да ну будет. Мало ли что я хочу. Что вы, маги-волшебники, что ли? Я мах и волшебник, кремний-то усей. Клянусь тебе дать, что хочешь, сейчас же, здесь.
Немедля! Эх ты, мах Таусей! Из-за твоей Таусеевой бороды я потерял ту! Подай мне ее! Дина! Нет! Маша! Нет! Зоя! Да! Откуда ты знаешь? Зоя! Алёша! Зоя! Алло, алло! Миша, ну что ты, Миша? Товарищи! Друзья мои! Хороша стала наша Москва. На века построены памятники наших чудесных дней. Метро, канал, заводы, дома. Хорошо живем. Крепко любим, хорошо строим. И никому не отдадим построенного. Товарищи, друзья мои. Не могу говорить. Петь хочется. В каком бы я ни был далеком краю, какой бы ни шел стороной, я вижу родную столицу мою, и слышу я голос родной. Московское солнце повсюду горит, повсюду лучится и лед. Недаром в Испании город Мадрид московские песни поет. Мечтал о войне, о новом кровавом пути. По нашей столице, по нашей стране ему не